Приехали в березовую рощу за соком. Наслаждаюсь березовым соком средь чарующих диких лесов. Наблюдаю в полете высоком большеглазых застенчивых сов. Как приятно дыхание леса, незаметно и время идет. А зеленая масса завеса моложавость природе дает. Как березовый сок освежает, придает он энергии сил. Он стакан небольшой мой стекает, лес полна вмиг меня напоил. И лучи чистое солнце прогрело всю поверхность бескрайней земли. На березы с небес посмотрела, подмигнула, пустила лучи. Как красивы березы, сережки, и листочки ее хороши. На стволе, как на шубе, застежки, как красивы березы стволы. Наслаждаюсь березовым соком, он прозрачен, как горный хрусталь. Вспоминаю при этом о многом, мне пора возвращаться, а жаль. Как березовый сок освежает, придает он энергии и сил. Он в стакан небольшой мой стекает. В этом году природа немножко запоздала, и мы березового сока набрали немножко позже. Набрали много, 40 литров бидон мы сделали сухофруктами, поджарили ячмень, добавили туда еще шиповник, стоит в подполе у нас в подвале. А дома я буду именно делать консервацию березового сока, значит, 3-литровые банки. Доводить до кипения и разливать в банки. С лимоном буду делать и с апельсинами. На 3-литровую банку сока березового, 0,5 чайной ложки лимонной кислоты, сахарного песка 100 грамм и апельсин. Апельсин я делю пополам на 3-литровую банку, это получается 3 дольки. Этого достаточно будет. Вот, если кто любит послаще, значит сахарного песка добавляйте 200 грамм вместо 100 грамм и 1 чайную ложку лимонной кислоты. Будем теперь начинать делать. Вот наш сок уже стоит на плите. Мы его доводим только лишь до кипения. Раскладываем по банкам. Здесь, если есть ядрышки, обязательно их нужно вытащить, чтобы не горчили. Также и лимон. Если есть зернышки, их нужно обязательно вытащить. Поэтому я беру лимонной кислоты вот такую чайную ложку. Добавляем сахар 200 грамм на 3, можно 100 грамм. Довели до кипения, разлили по банкам. Теперь они остынут и потом опустим их в воду. Прошли сутки, мы перевернули наши банки. Вот как вы видите, они цвет практически не поменяли. Я не знаю, почему блогеры показывают и показывают цвет желтенький как от апельсина. У нас вот такой цвет естественный, березового сока. Ну и мы, конечно, не удержались. Открыли 2-литровую, вот как видите, банку. Посмотреть, почему же у нас цвет. Может быть, апельсин у нас не такой яркий получился. И когда открыли эту банку, запах сразу же прям аромат такой приятный. Вот мы налили, вот как видите,
Стаканчик, вот он, березовик, есть березовик, как есть, натуральный. Но бесподобный вкус, это не передать вкус. Кто любит слаще, значит, может положить сахара побольше. На 3-литровую банку, я еще повторюсь, 0,5 чайной ложки лимонной кислоты и 100 грамм сахара. Кто любит послаще, значит, 1 чайную ложку лимонной кислоты и 200 грамм сахара. Будет послаще. Но вот бесподобный вкус, цвет вот такой. Вот такой вот березовый сок мы получили. Очень ароматный, приятный. Но с лимоном мы знаем. Я делала раньше с лимоном. С апельсином я делала первый раз. Очень вкусно.